How many staircases lead to the first floor? Сколько лестниц ведет на второй этаж? Is the corridor of the first floor long? Is it wide? How it is lighted? Коридор второго этажа длинный? Он широкий? Как он освещен? What is there in the wall opposite of the windows? Что находится в стене, которая противоположна окнам? There are many photos on the wall of the corridor, aren't there? What do the photos illustrate? Есть много фотографий на коридоре, не так ли? Что эти картинки иллюстрируют? What stands can you see on the opposite wall? Что можете увидеть на стендах противоположной стены? Is there a medical inspection room also on the first floor? Кабинет врачебной помощи также на втором этаже. What do pupils undergo at the beginning of every school year? Что проходят ученики в начале каждого школьного года? Where does the pupil go if he falls in school? Что делает ученик, когда он заболевает в школе? What does the school doctor do for this pupil? Что делает школьный доктор для этого ученика? Where are the English language classrooms? Где находятся кабинеты английского языка? What can you see at every English language classroom? Что вы можете увидеть в каждом кабинете английского языка? What is there in the bookcases of the English language classrooms? Что находится в книжных шкафчиках кабинетов английского языка? What else is there in the English language classrooms? Что находится еще в кабинетах английского языка? The school assembly hall is also on the first floor, isn't it? Where is the door leading to the assembly hall? Школьное собрание? Нет, актовый зал находится школьный на втором этаже, не так ли? Где находится дверь, ведущая в актовый зал? What events take place in the assembly hall? Какие мероприятия проводятся в актовом зале? Where do the performances of the school amateur theater take place? Где школьные представления театра самодеятельности проводятся? What lessons are conducted in the assembly hall? Уроки чего производятся в актовом зале? Do pupils sing in school choir? Поют ли ученики в школьном хоре? Where does the school choir sing? Где поет школьный театр? Where is the school library? Где школьная библиотека? Why do pupils go to the school library? С какой целью ученики ходят в школьную библиотеку? How does the librarian help the pupils? Как библиотекарь помогает ученикам? Just above the corridor, как раз над коридором. Juniors, младшие школьники. Staff room, учительская. Teaching department, учебная часть. Physics, физика. Chemistry, химия. Well supplied, хорошо снабженная. Laboratory equipment, лабораторное оборудование. Possible, возможно. Carry out, выполнять, проводить. Practical and experimental work, практическая экспериментальная работа. Subjects, предметы. A room for supervised studies. Комната продленного дня. Nowhere to go, нет куда идти. Parents, родители. Under supervision, под наблюдением. Call for them, приходят за ними. Next to, рядом с. Theoretical material, теоретический материал. Репетитор по Skype, по смартфону.